Всем привет! Сегодня покажу, как творить трубу, когда чуть-чуть разные диаметры. Одна чуть-чуть больше, другая чуть меньше. В данный момент у меня муфта и труба. Смещение где-то на толщину трубы. Порядка 3 мм. Сначала накладываем. Под углом 45 градусов по отношению к вариваемой поверхности. Равную прихватку. Чтобы прихватку сделать. На самом деле не очень сложно. Если смотреть этот угол, то у него дерево мало, 45 градусов, где шов идет, у нас стоит метров, который вам варим, чтобы контролировать. Чтобы не было провара, прорезаем металла, убираем правильно пол и поедем. В общем, вот такая разница получается, ребята, между муфтой и трубой. И поэтому приходится вот так вот заваривать. Электрод мы держим под 45 градусов по отношению трубы и муфты. И в таком положении начинаем варить. Сейчас попробую снять немножко с другого ракурса. В общем, вот так это делается. И хорошо, хорошо, хорошо. И так попробую обладать. Сейчас попробую снять. Смотрим на сварочную ванну, прожигаем прихватки,
чтобы был хороший проварщик, чтобы потом не побежал. Шлаку иногда очень много, поэтому нужно научиться различать его. Все будет хорошо. И таким образом поехали дальше. Глянем, что. Так я сварил разницу в муфте и трубе. Здесь закончил. Кому было интересно, пишите. До встречи. Сейчас покажу, как приварить отвод. Также у меня разница немножко есть между трубой и отводом. Делаю точечку сверху. Смотрю, чтобы это ровно было параллельно. И полихватываем. Потом рассматриваем. Все нормально. Еще две делаем. Открываю прихваточки, шнак и начинаю варивать. Тоже будет поворотный. Так что буду покручивать. Покажу видео через какой-то так получается. Делали заготовки. Посмотрите, какие получились. Вот такие стычки. Здесь муфты. И начали другие заготовки. 31 штука здесь. И 2 штуки сейчас еще заканчиваю. Варить заготовки, будет готово. Электроды вот такие использую. А, отводы 50-е. Всем пока. Вот так использую магниты, чтобы делать заготовки. Один угол сварил прямой, потом прикладываешь круглые трубы, чтобы они не скатывались, держатся вот такими магнитными углами. И очень удобно прихватывать, а потом дальше обваривать. И потом снимаю, обвариваю. Ребята, варю горизонтальный стык,
как вертикалочку. С отрывом контролирую, чтобы не прожечь. Потихонечку. Зажигаю, тушу и вот так провариваю стык. Посмотрим, как это получится сейчас. Сейчас обобью, подскажу, как получается. Вот такой шовчик получается. Как вам?